Загадывай желание, дуй. А если я ела? На, если ты просто галюшка. Если я ела. Спасибо большое. Приятно очень. Спасибо большое. Всем привет! Вы на канале Камила и Каролина. И мы пришли в ресторан, да? Ну, короче, в этот ресторан пришли. У нас тоже здесь. Бабушка, покажи свой подарок. Подарочек, это записная книжка, я так поняла. Угу. С долларами. Ну что, приятного аппетита. Так, мы сейчас в ресторане. Нам подали первое блюдо. Первое блюдо это с креветульками. Днем рождения, именинница. Спасибо. Что такое, Каролина? Днем рождения! Спасибо! Креветки жареные, это целые креветули. Такие небольшие. Рокола. При этом птица. Спасибо. Спасибо. Видала, как? Это нам креветули папаня принесли. Огромные. Чего не видно? Нет, хочешь, нет? Каролин, глянь, какие нам королевские креветули принесли. Креветулечки отличные были.
были, только в сирене стиле, наверное. Банков коктейль? Нет, но шампунь. Загадывай желание, дуй. Ну что, бабушка, пробуй жареное мороженое? Жареного мороженого я еще не ела. И вообще никто не ел, да? Каролин, тебе нравится жареное мороженое? Да, как кокос, обалденно. Это и так из кокоса делала. С стружкой кокоса посыпанной прожарить. Десерт у нас обалденный. Жареное мороженое, кушай, кушай, бабушка. Будто ешь кокос, обалденное. Ну, тортик мы уже не осилим, заберем с собой. Зачем мне это кушать? Столько деликатесов сегодня накушались. День рождения прошел на славу. Днем рождения. Спасибо.